Первая часть – это необходимый минимум для фуд-съемки. Здесь мы с вами рассмотрим все самое минимальное, что нам понадобится для съемки без особых коммерческих вложений. Вторая часть нашего курса будет состоять из интересного процесса создания фона в домашних условиях, также с самыми минимальными вложениями. В третьей части мы с вами проведем съемку в домашних условиях для того, чтобы, во-первых, напрактиковаться в этом направлении, во-вторых, понять для себя, что самыми минимальными средствами можно делать интересные и шедевральные фотографии. Четвертая часть будет самая увлекательная, поскольку в ней мы отправимся в заведение для выполнения реального коммерческого заказа, по ходу которого мы с вами разберем работу со светом, использование разных схем, использование разных планов, ну и, соответственно, взаимодействие с персоналом, что немаловажно. Ну и в последней части нашего курса мы научим с вами обрабатывать фуд-фотографии, изучим все особенности и алгоритмы данного направления. Ну что ж, давайте начинать!